Всем привет! В сегодняшнем своем видео я вам покажу и расскажу о том, какие прекрасные молды делает великолепный мастер, известный в кругах флористической ручной работы, Лиза Шевченко. Она с Ростова-на-Дону, и у нее можно заказать очень большое количество молдов. Также она делает клей. Также она делает холодный фарфор свой. Фарфор я в этот раз не заказывала. У меня есть вот небольшой остаток холодного фарфора. Вот она, Ангелиза, прозрачного для того, чтобы делать ягоды. Но все, что у нее делается, все это очень такое хорошее. Еще Елизавета очень щедрый человек. Да, конечно, так как она самостоятельно, одна, без какой-либо помощи, занимается изготовлением всех великолепных своих молдов, естественно, срок немного растянут, хотя остальные мастера, занимающиеся подобными делами, тоже у них сроки по изготовлению и отправке с доставкой, ну, приближаются где-то к месяцу и, может, больше, плюс-минус. И здесь просто ожидание с тревогой, с каким-то чувством прям вот трясучести, да, но когда ты это получаешь, ты понимаешь, что ждать стоило, и не просто стоило, но еще и приятно удивляешься, когда получаешь свою посылку. Итак, я заказала, вот у нее силикон такой хорошенький, сделала заказ, молд зерна граната, по ценам все через Елизавету. Я не буду сейчас озвучивать, потому что кто-то оптом берет, кто-то больше. Все цены, все можно спросить у Елизаветы. Под видео я оставлю ее ссылку на ее канал в ВКонтакте. Ягодки землянички я заказала, очень хочется попробовать сделать землянику. Ручками лепить не очень, так как я занимаюсь и холодным фарфором, и иногда зефирной глиной. Но сейчас большую часть времени уделяю пока что эпоксидной смоле и запекаемой глине. Поэтому эти молды, я думаю, подойдут и для запекаемой глины. Потому что в этом силиконе, насколько я помню, можно запекать. У меня глина запекается при 110-130 градусах. А этот силикон выдерживает эту температуру. А эпоксидной смолой можно заливать вот эти... Вот этот молд с гранатом, чтобы зерна граната были прозрачные. Ну, то есть я буду все это пробовать, все испытывать. Мне это все нужно. Вот здесь уже готовые маргаритки, цветочки маргариток. Да, это очень облегчает ручной труд, когда ты лепишь. И для наполнения букета требуется какая-то масса, чтобы все это побыстрее сделать. Для этого и существуют вот эти все молды. Очень удобно, очень практично, и просто производительность растет, и скорость изготовления цветочного букета тоже. Серединка анемона и молды хризантемы. Также заказала клей. У Елизаветы все очень сильно хвалят клей. Я заказала, потому что я использую его часто. Да и все флористики очень клей используется тем, что им приклеиваешь лепестки для того, чтобы держать все. Ну, клей ПВА, да, я всегда переливаю клей в маленькие баночки, потому что он преимущественно должен быть закрыт, а в маленькой емкости его удобно хранить. И открыл, использовал, быстренько закрыл, да, и он не успевает пересохнуть. Вот смотрите, насколько густой клей делает Елизавета Шевченко. Он прям вот такой тянучий. То, что прям вот требуется для флористики. Очень хороший клей. И теперь поговорим о том
самом приятном моменте, который ты получаешь вместе со своим долгожданным заказом. А это подарки, и Елизавета очень на них, прям вот, я не знаю, это человек с большой буквы, который к своим заказчикам относится прям вот трепетно-трепетно. Очень хочется даже ее как-то защищать, оберегать, боготворить тоже. И вот смотрите, какие подарки. К серединке анемона в подарок была еще одна серединка анемона другого размера. К маргаритке также был в подарок еще один молд маргаритки. К хризантемам, к двум заказанным, третий молд в подарок. Сами видите, и это еще не все. Еще молд суккулент звездочка в подарок шел. Молд кактус дракона, дракоша, и бруния розочка. Вот посмотрите, это основной заказ. И к этому заказу подарков, ну, сами понимаете, да, что время ожидания себя оправдывает, потому что, ну, я не знаю, у меня вот счастье зашкаливает. И Елизавета, огромное спасибо. Просто вот большое человеческое спасибо за то, как вы относитесь к нам. Я надеюсь, что все мы к вам также будем относиться бережно, аккуратно, поддерживая вас. Здоровья крепкого и всего самого лучшего. В следующем своем видео я протестирую все эти молды, используя, скорее всего, холодный фарфор. С ним будет удобно. А впоследствии протестирую вот эти молды, как они реагируют и работают с запекаемой полимерной глиной. Еще раз повторю, весь этот заказ был заказан у Елизаветы Шевченко. Она в интернете как Ангелиза идет во ВКонтакте. Ссылку оставлю под этим видео. Огромное ей спасибо за облегчение творческого процесса и больших-больших успехов, удач и хороших нас клиентов. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.